Всем привет, ребята, с вами снова мадемуазель Екатерина. И сегодня я наконец-то снимаю распаковка бумажных сюрпризов. У меня нет никаких новых бумажных сюрпризов, но они скоро появятся, новиночки скоро появятся, так что ждем этого, ждем видео. Ну и давайте начнем распаковывать наши бумажные сюрпризы. Вот, ну и поехали. Ну что ж, давайте распаковывать. У меня, как всегда, есть каталожик. И давайте начнем. Первое, это у меня идут антисептики. У меня их осталось 4 штучки. Давайте выберем, я не знаю, какой. Давайте, ну вот этот давайте, обычненький. Так. Дальше, угадай фильм. У меня тоже их осталось 4. Разных 4. И давайте выберем вот такое. Мне кажется, такой вот красивый. Так, следующий у меня идут смайлы. Их осталось 5, потому что всего их было 6. И я хочу выбрать. Давайте сегодня какое-нибудь красивенькое выберем. Или нет? Давайте вот такое вот. Так. И Майнкрафт. Майнкрафт, давайте, тоже 4 у меня осталось, всего было 5. Давайте выберем вот этот красный. Ой. Так. Ну что ж, и давайте начнем распаковывать. Так, сейчас я возьму каталог. Ой, тихо. Открою. Случайно. Открою я его. И будем приклеивать. Так. Первое у нас это смайлы идут. Кто смотрел видео, как мы открывали еще первые бумажные сюрпризы, то давайте переходите в описание, по ссылочке в описании. И давайте начнем. Первое это смайлы, да. И давайте откроем. Ой, сильно так. Ой-ой-ой, что-то не то. Так. Да прилепился ко мне-то. Так, вот. И тут у нас попадается вот такая вот милая собачка. Вот такая вот прикольненькая. Так, это отлаживаем. Давайте же приклеим ее на наш каталожик. Бум. Приклеим. Подождите, номер какой? Тут было написано вроде. Нет. Как я узнаю? Ага, точно, было тут. Вот тут вот написано вроде. Это номер 6. Как я вижу, да, 6. Давайте. Приклеим. Вау, посмотрите, красота. Мне очень нравится. Переходим к следующему. Так, следующее это санитайзер. Давайте посмотрим, что в этот раз. В тот раз нам по... Нам попался санитайзер с авокадкой. А на этот раз давайте посмотрим, что там будет. Так, где тут? И смотрим. Тут санитайзер только уже с шоколадом. И меньше. Так, и это номер 5. Да нет, открывайся. Так, это отлаживаем. Давайте приклеим. Так, это у нас вкус шоколадный. Так, чего ты не открываешься? Так. Чуть-чуть осталось. Вот. Наконец-то. Отлаживаем. Это номер 5. Раз, два, три, 4. Блин, я не делала, ребята. Что делать? Я забыла сделать. Фейл, ребята. Это фейл. Это пипец. Это фейл. Короче, я сейчас быстренько тут нарисую и вернусь к вам. Ну что ж, я нарисовала. А, кстати, я забуду. Подождите. Это один... Ой, это два. Два. Это один. Это три.
день. Это 4, чтобы не забыть. Это 5, это 6, это 7, это 8. Я буду продолжать, если что, делать. Поэтому вот так. Так, это у нас номер 5, поэтому берем, ой, и приклеиваем. Шоколадный санитайзер. Вот что у нас получилось. Класс, красота. Теперь открываем, что тут у нас еще. Угадай фильм по смайлам. Ребята, вы в комментариях мне написали, что это за фильм. Это, вы правильно, вы отгадали. Это, вы правильно ответили, вы отгадали. Это был фильм «Оно». Поэтому я сейчас его напишу. «Оно». Молодцы, ребята. Теперь я сегодня сейчас открою следующий сюрприз. И вы напишите мне в комментариях, что это у меня за сюрприз. Поэтому давайте открывать. Это номер 1, уже знаю. Уже вижу. Это самый... В смысле, а как это может быть 1, если он маленький? Не знаю. Ну ладно, давайте открываем. Так. Хотя, может, это правда 1. И тут что-то выглядывает. Давайте посмотрим. Нет, это не 1, ребята. Что же это такое? Ладно. Это фейлы просто у меня случаются. Вот этот фильм. Напишите мне в комментариях, что это. Я знаю, что это очень прикольный фильм. И поэтому давайте пишите. Это 5. А что ж у меня? Подождите, мне просто интересно. Фильм это 4. А это не знаю, это внутри надо посмотреть, но не будем. Ну ладно, это у нас 5, так что берем и приклеиваем. Да что ж такое? Вот, бум. И, кстати, ребята, хочу вам сказать, что на моем канале уже вышло еще одно видео. Очень прикольное. Вот так что давайте переходите. По ссылочке в описании и смотрите. Так. Вот этот фильм. Сейчас я закрашу тут контуры. Так, тут вот. Это некрасивенько будет смотреться, поэтому вот так. Теперь красиво. О, нет, подождите. Я не подумала. Это вот так вот как-то. Вот так вот красиво. Отлично, могу сказать. Так, надо еще некоторое. Ну ладно, не будем терять время. Ну что ж, следующее. Угадайте, пишите в комментариях ваши догадки. Следующее. Открываем. Так. Следующее у меня Майнкрафт. Нам в прошлом видео попал свинка из Майнкрафта. Сейчас, подождите, тут тоже надо. Все отлично. Свинка. Так, посмотрим теперь, что у нас сегодня попадется. Так, давайте откроем. Это что такое? Открываем. И смотрим. Вы только знаете, что там. Я не смотрю. Ой. Ну ладно, посмотрим. Ой, от этого я боялась. Да ладно, не боялась. Вот что нам попалось. Так, это что это? Это номер 5. Он подойдет? О, подойдет. Я напишу в комментариях, кто это. Я уже забыла, кто это. Это из Майнкрафта. Сейчас вам скажу, кто. Сейчас, если, если вам не скажу, я то напишу, если вы знаете, кто это в Майнкрафте. Вот так. И спасибо вам большое за такие классные комментарии. Мне так очень приятно, что вам нравятся мои ролики. И спасибо всем за такой актив. Нет. Ну, спасибо всем за лайки ваши, за то, что вы меня смотрите. Вот. И спасибо за комментарий. Один. Так, берем. Раз, два, три. И все. А, и 4. О, нет. Все. Вот, что у нас получилось. Подводим итоги. Что сегодня у нас попалось? Первое, что у нас попалось, это смайлик. Смайлик собачка такая милая. Потом попался у нас из санитайзера. Попался у нас вот такой вот санитайзер шоколадный. Потом из фильма
Нам бана... Ой, что я говорю? Нам попался вот такой вот фильм. Обязательно, если вы знаете, напишите мне в комментарии. В комментарии. И вот это вот, Майнкрафт, у нас попался вот такой вот чудик. Напишите в комментариях, кто это. Я уже забыла, как его зовут, поэтому напишите мне в комментариях. Ну вот и все, ребята, на сегодня. Спасибо всем за ваши лайки, комментарии. Спасибо вам за все, что вы меня еще смотрите. Ну и ждите новых роликов. И всем пока!